Корень. Брат, корень этого греха, это что такое? Вот когда ты делаешь такие вещи, которые совершенно не полезны для твоего тела, это что за корень? Тщеславие, скорее всего. Господь нам говорит, отвергни себя. То есть вот того человека, который, ветхий человек, который тебя тянет еще назад, вот нужно его растоптать, как Игнат Тихонович говорит, приводит в пример там. Вот как шапку, говорит, снял и растоптал его. Вот мы же всегда, то есть в молитве, помоги отвергнуть себя, Господи, до конца. Потому что вот этот вот человечек, он все равно вылазит и начинает тянуть, нудить и тебя тащить туда. И это, конечно же, ну, этого нужно избегать, постоянно чувствовать это. То есть если это есть, присутствует, то призывать имя Господа Иисуса Христа, просить, чтобы Господь помог. Ну и, соответственно, быть решительным, отказаться от всего этого. Да, спаси Христос, поняла. То, что, как вот это мирское выражение, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть это здесь не работает. Оно убивает вот именно нас. Нужно, вот мы сейчас читали слова апостола Павла и блаженный Феофилакт нам говорит, берег себя для проповеди. То есть нужно беречь себя для проповеди. Нужно наше, чтобы ветхая вот эта храмина, она, как апостол говорит, физические упражнения мало полезны. Ну, то есть мало полезны, не бесполезны, но мало полезны. Вот нам нужно, чтобы они нас поддерживали. То есть поддерживали нашу вот эту вот тушку, чтобы нам там колени не трещали, там еще что-то. Потому что здесь 36 лет уже потихоньку разваливаешься. А если ну, ты будешь в таком же духе исполнять, то все, ну к 50 годам ты вообще осыпешься весь. Ничего хорошего от этого не будет. Брат Николай Астахов, помолись, пропой, а Иван Грибанов, брат, помолишься, поблагодаришь нашего великого Бога и Иегову за все его милости и щедроты. За Дмитрия Певцова помолитесь, я ему вчера написал обличение, он пока не читал, не знаю, когда прочтет. Дмитрий Певцов, который «Ночь и тишина», данная навек. Да, 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 наверное. Актер, короче говоря. Да, да, да. Я вчера ему написал. Я ему до этого про ребенка писал его. Елисей. Звать ребенка, представьте, Елисей. Вроде как в храм его водил постоянно к нам, все такое, но Елисей в училище его отдал, он в Суворовское или куда-то там. В общем. Но что-то, видать, он от Бога отходит. Это Елисей, я ему писал. Но он как-то там отшутился так, с горечью было видно. А сейчас тут умерла эта Инна Чурикова. Я у него спросил, я говорю, она хоть верующая была? Он пишет, да. Ну все, потом я ему написал после этого обличения, но он не читал пока. Вот чтобы он хоть как-то принял это. Не знаю, он вообще что-то редко читает в последнее время. Ему тяжело будет выходить. Я ему уже писал, что он чем ближе к иерархам, тем дальше от Бога становится. Я говорю, смотри, веру не потеряй. Но земной патриарх. Видно сейчас... Да, что прошло время, вот полгода примерно, как я ему писал, что смотрите, веру не потеряйте или что-то такое. Ну и в итоге вот сейчас вижу, что все хуже и хуже. Я ему сейчас уже написал прям так конкретно, но не читал он пока. Вот помолитесь, чтобы Господь ему положил на сердце задуматься хотя бы так об этом. Достойно есть яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, Иван. Господь наш Бог и Иегова, всемогущий, благодарим Тебя за сегодняшнее занятие по Слову Божию, что мы имели
возможность вот эти впитывать слова жизни, Господи, которые ты нам даришь, по толкованию святых отцов, Господи. Помоги нам все это слагать в сердце и нести людям. Слава тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Благодарю вас, братья, за занятия. Спаси Христос, благослови вас, Господь. Аминь, спасибо, Христос. А я про Андрея подумал, а тут, видите, оказывается, это не Андрей. Да про Андрея отдельная тема. Андрею говорил я, давай сходим в прокуратуру, чтобы они увидали, какой ты есть, и что ты простодырый-то какой, а не какой-то бандит там. И все, заявление там составил, за него полностью все написал, с адвокатом посмотрели, с Глебом. Все, он подтвердил, там дополнение сделал к тому, что я написал. Все хорошее, замечательное получилось заявление. Он отмолчался, потом тайком отправил это по электронным ресурсам в прокуратуру. Я потом ему говорю, ты где ты, куда ты делся-то? А я все отправил. Я говорю, ну я вымолил это у Бога, что тебе сходить надо со мной вместе. А я все отправил. Ну, красавчик, говоришь. Все, сейчас опять пропал он. Неделю уж две его не слышно, не видно. Ну, насильно мил не будешь. Я уже не знаю, что для него сделать. Да я нет. Не могу с него жевать. К тебе-то никаких вопросов. Я к тому, что... Ну, ладно, да, там его обманули, но из-за этого там все бросать, вот это, как бы, все занятия, раз, бросил, все. Ну, собратьев не общается. Нехорошо это. Ну ладно. Ничего не сделать. Только любовью покрывать. У меня пока недостаточно, видимо, любви. Не хватает. То, что я делаю, оно его, видимо, не впечатляет. Что... И он это не оценивает так, чтобы вернуться здесь в группу или что-то. Я не знаю вообще, почему он вышел. Он же вышел не из-за этого. А просто он на фоне этого, как бы, вера пошатнулась. И все. На фоне вообще этих событий. Потом он вроде же, мы с ним беседовали, он благодарил и так далее. Возвращался даже на какое-то время. А потом опять. Да. Вот в чем дело. Ты еще не видел нашу беседу с ним? Я тебе пришлю. Давно не, я видел, который давнишний я видел. Но там как-то хэппи-энд такой, знаешь, как бы хороший настрой такой был. Ну так он и был, и он был в группе потом. А потом опять ушел. Вот в чем дело-то. Да, да. Это уже не связано с тем. Да, будем молиться, брат. Ты на все 100-150% делаешь. Тут уже никто ничего не сделает, понимаешь? И я тоже со своей стороны. Но он видно, что не хочет общаться, поэтому ну что тут уже делать? Я, может, не знаю. Я что я делаю? Я ничего не делаю. Господь все делает. Я просто только постараюсь не мешать ему. Может, я где-то мешал просто Богу, из-за этого так пока реакция такая у него. Не знаю. Может, я как раз что-то не так сделал, Богу помешал и из-за этого. Ну ладно, в общем, надо молиться обо всех. Спасибо, да, Христу. На Христа оставим. Все, братья, с Богом.